Chateau Vartelli, спонсорul general al proiectului. Еда для меня это в первую очередь уважение к продукту. Пора готовить из наших продуктов, а не заказывать постоянно авокадо, моцареллу, пармезан. Еда – это любовь. У тебя сейчас два варианта. Жевать сопли, уехать в Молдову и сказать, что французы все козлы. И, в принципе, ты будешь прав. Либо стукнуть сейчас по столу, одеть завтра шорты и майку и пройти по всем ресторанам, которые могут быть. А вдруг? Мне казалось, что все, моя жизнь закончена, я там самый страшный неудачник, что я буду делать там, Молдова уже все, и, то есть, ну, ты уже пощупал это, вот оно было прямо, и в последний момент, бам! Мы не хотим всех гостей, это нормально, то есть мы не доллар, что всем нравится. Chateau Vartelli, спонсорul general al proiectului.